Сегодня отмечает юбилей старейший печатный орган муниципалитета – газета «Видновские вести». Ровно 25 лет назад районная газета начала выходить именно под таким названием. До этого она называлась «Ленинец», еще раньше – «За коммунизм». Самый же первый номер районного средства массовой информации вышел в свет 25 февраля 1931 года и носил название «В бой за коллективизацию». Тираж газеты «Видновские вести» свыше 7 тысяч экземпляров. Число полос формата А3 от 8 до 26, в зависимости от количества информации, в том числе и официальной, которую необходимо донести до читателя. Несмотря на праздничный день, атмосфера в редакции сегодня рабочая. Газета выходит по вторникам и пятницам. А значит, дни накануне самые горячие. Дважды в неделю мы сдаем номер. И это довольно напряженное время, когда всему коллективу приходится очень интенсивно работать. Какие-то события, которые произошли вчера или сегодня утром, по ним идет активная работа так, чтобы это могло уместиться в текущий номер газеты и вовремя попасть к читателям. Над тем, чтобы газета вышла в свет, работает коллектив из 15 человек – журналисты, редакторы, корректоры, дизайнеры – плюс сотрудники типографии. Но на самом деле тех, кто на протяжении многих лет помогает изданию жить и общаться с читателем, намного больше. В том числе и сами жители Ленинского района, которые приносят в редакцию свои произведения. Предзимье наступает так нежданно, засыплет снегом, все бело, задует ветер окаянный, и до весны ушло тепло. В отличие, например, от поста в интернете, выпуск печатного издания довольно сложный и кропотливый труд. Каждому сотруднику необходимо следить за массой параметров и соблюдать ряд строгих правил. На всех этапах большой подмогой для специалистов является современное оборудование и программное обеспечение. Для этой газеты используется программа «Кварк Экспресс», конкретно для верстки, а для обработки фотографий, фотошоп, вспомогательные что-то типа иллюстратора, Corel'а тоже используется. Работать удобно, быстро, комфортно. Практически все газеты, можно сказать, выпускаются на таких же программах. Коллектив телеканала «Видное ТВ» поздравляет коллег с 25-летним юбилеем. А также мы хотим напомнить нашим зрителям, что с 1 октября стартовала подписная кампания. Чтобы быть в курсе самых важных событий Ленинского района, подписывайтесь на газету «Видновские вести».